Переходить дорогу в неположенном месте опасно для жизни. Желание сэкономить время и пересечь улицу в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода обернулось трагедией. Пожилые супруги гуляли по городу. На улице Рафаковской напротив дома номер 6 они решили перейти дорогу. На проезжую часть супруги вышли перед большегрузной машиной «Вольво», которая стояла в пробке. Мужчина перейти дорогу успел, а его жена, женщина 1938 года рождения, попала под колеса. Водитель фуры пешехода не заметил и продолжил движение. Он даже не остановился, пока муж погибший не постучал зонтом в стекло большегруза. Наезды на пешеходов происходят как в зоне действия пешеходных переходов, так и вне зоны. Как правило, они происходят в вечернее время. Но сегодня, как вы видите, день, но в это время страдают, как правило, пожилые люди, которые забывают, что здесь интенсивное движение, и переходят, как по старинке, там, где им было удобно когда-то.